скоро цветы начнут расти. Прекрасно. Дело сделано. Надо сказать Неоклу. Что-то пошло не так. В чем же дело? Я направил лучи. Все вроде работало, но... Лучи направлены верно, но энергии нет. В чем, по-твоему, причина? Ничего не понимаю. Лучи должны распространиться по садам и раздать усиленные фотоны. О нет! Что-то не так с фотонами? Ты надо мной смеешься? Как можно не знать о фотонах? Спроси у всей Айкумены. О фотонах позже. Когда усиленный источник питает устройство... О! Должно быть, свет выходит из источника неусиленным. Значит, далее... Ты пойдешь в зал управления и поправишь источник энергии. А как выглядит этот источник? Пирогенный материал империйского... В общем, камень. В зале управления должен быть камень. А, хорошо. Проверю, есть ли он там.
Похоже, Ниокл был прав. Камня тут явно нет. Эй! Ну-ка, стой! А ну, вернись! Малака! Определенно где-то здесь. Может, если их передвинуть? И что здесь понадобилось Декасту? Хочу поймать вора. Камень Ниокла, похоже, украла ты. Меня зовут Мелита. И я ученый-экобиолог, а не вор. У Ниокла нет прав на подобный источник энергии. Камень, видно, ценный, раз ты хочешь его украсть. Ты, Декаст, не знаешь, что такое источник энергии? Ты вообще о нашем будущем не заботишься? Все просто. Цветы будут расти, если камень вставить на место. Это не первый случай контроля популяции Ниоклом. Когда цветов стало мало, а пчелы начали умирать, он экспериментировал с искусственным опылением. В результате этих экспериментов почва начала ухудшаться. Когда почва... Я понял. Но как, по-твоему, спасти сады? Никак. Природа исцеляла себя веками. Ниокл должен остановиться. Мелита. Ты все еще ничего не понимаешь. Учитывая влияние цивилизации на экосистему. Безумие повторять одно и то же раз за разом, ожидая другого результата. Когда ты наконец поймешь, что это провал? Провал — это не научный термин. Получив неожиданные результаты, я корректирую теорию. Хватит припираться! Ты прав. Я хотела уничтожить источник энергии раз и навсегда. Но это должно быть решением Декаста. Ладно, дай мне камень. Я покончу со всем этим. Ты безумен? Ты уничтожил наши шансы на устойчивость окружающей среды? Поверь в Гею. Природа может исцелить себя сама. Спасибо, Декаст. Ты принял верное решение. Может, мы и не увидим изменений сразу, но сады восстановятся.
выбора, кроме как столкнуться с последствиями сразу и на всю жизнь. Это требует ответственности. Я знаю, Алитея. Я, может, и шальная, но знаю, что делаю. Путь открыт. Инициация. Выберите параметры оружия. Настройка завершена. Добавлены компоненты охотника. Артефакт Иссу уже у меня. Нужно действовать быстро. Отвлеки Атланта, а я проберусь в его покои. Опять хитришь? Когда Посейдон запретил опыты над людьми, Атлант утаил одно устройство. Оно могло бы добавить третью спираль к моей ДНК. Я немало знаю про эти артефакты. Они опасны. Я видела результаты опытов на людях, и они выглядели многообещающе. Конечно, это было до того, как Посейдон запретил эксперименты. Скажи Атланту правду, ведь ты хочешь лишь блага. Он и так боится, что его враги причинят мне вред. Вряд ли он даст согласие на такой опыт. И нарушить закон он не может. Нехорошо Декасту действовать втайне от Архонта Атлантиды. Я готовилась к этому всю жизнь. Успокойся. Просто поболтай с ним, пока я в его покоях. Не думаю, что у нас много общего. О чем мне вообще с ним говорить? О погоде? Атлант очень ревнив и способен увидеть угрозу уже в том, что ты Декаст. Почему бы на этом не сыграть? Главное, о моих планах ни слова. О да, это точно сделает нас друзьями. Все знают, что на вершине одиноко, Декаст. Идем. Я досконально изучила процесс. Встроив в свою ДНК гены Иссу, в теории я смогу без вреда использовать устройство. Именно, в теории. Помни, ни в коем случае не раскрывай Атланту, что я задумала. Можно обмануть Атланта, сделав вид, что мы ближе, чем кажется. Разве мы не близки? В чем тут обман? Ты знаешь, о чем я. Да. Заставь Атланта ревновать, и он точно отвлечется. Элпида, что ты здесь делаешь? Да еще и с ним! Декаст и я прогуливались, беседовали,
И я упомянула, что здесь есть книга по истории Атлантиды. Дикаст хочет ее прочесть. Можно я ее возьму? Я... Да. Тебе нужна моя помощь в поисках? Нет-нет, я сама найду. А вы пока побеседуйте. Скажи, на адамантиновый рудник тебя случаем не Элпида послала, Дикаст? Понятия не имею, о чем ты. Я уверен, что Элпида уже рассказала тебе о нашей близости. Она не очень-то держит язык за зубами. Что между вами происходит? Элпида делилась со мной мыслями о том, как улучшить отношения Ису и людей. Эта женщина постоянно сует нос не в свои дела. Тебе не о чем беспокоиться, Атлант. Я не строю тебе козни. Ты, может, и нет, но Элпида, она живет этим. Она явно что-то задумала. Не говори так про Элпиду. Она не строит козни, просто она пылкая. Значит, она тебе нравится. Ты говоришь о Элпиде так, словно не любишь. А ты говоришь о ней совершенно не так, будто вы просто знакомы. Элпида и я любим друг друга. Что? Атлант, нет! Предательница! Я открыл тебе тайну, и ты воспользовалась ей ради своей выгоды! Ради Атлантиды! Я не хочу быть твоей слабостью! Я хочу помочь тебе! Лжешь, мерзкая лгунья! Нет, стой! Это все ты! Быть Дикастом мало? Ты отнял у меня любовь отца, отнял мою Элпиду. Может, тебе и трон мой отдать? Подожди! Это тут ни при чем! Предатель! Тебе здесь нет места! Стража! Малака, нужно бежать отсюда. Thank you.
Бедная Элпида. Увы, Атлант не желал в нее верить. Боги, ну и история. Нужно немного прийти в себя. Выглядит так мирно. Жаль, что на самом деле это не так. Знаю, Икар. Я тоже устал. Столько новых встреч. Архонты, цари, Иису. Всем что-то нужно. Сделай то, найди это, убей их. Не знаю, долго ли я еще выдержу. Будь я правителем, все было бы иначе. Что-что, Икар? Думаешь, нужно сказать речь? Народ Атлантиды! Долой одежды! Будем предаваться любви до рассвета! Интересно, чем сейчас занят Алкивиад? Или кем? Кто такой Алкивиад? Разве можно так пугать людей? Извини, я побоялся прерывать речи Декаста. Скорее уж мечты Декаста. Меня зовут Алексиус. Это была чудесная речь, Декаст Алексиус. Можно просто Алексиус. А тебя как зовут? Алкон, ты даже лучше, чем в сказках, которые рассказывали мне мои папа с мамой. Что стряслось? Папа с мамой пропали. Ушли, как всегда, на работу и не вернулись. Иису не хотят мне помочь. Но потом я вспомнил о том, как ты помог девочке в царстве мертвых разыскать родителей в Элизии. И пришел к тебе. Дитя без родителей? Недопустимо! Декаст Атлантиды не потерпит подобного несчастья. О, спасибо, Декаст Алексиус. Говоришь, родители пропали? А можешь рассказать, как их зовут и на какие работы их определили? Это мне поможет. Маму зовут Рена. Ее обычно отправляют в порт. А папу зовут Дамат, и он добывает адамантин на руднике. Ты очень храбрый. Иди пока что домой. Я разыщу смотрителя порта и того, кто распоряжается на руднике. Найду тебя, когда что-нибудь узнаю.
Дикаст, ты верно хочешь изучить новые разновидности кораллов, найденные на днищах наших кораблей? Что? Нет. Я ищу женщину по имени Ирена. О, увы. Боюсь, в этом вопросе у меня совершенно нет полномочий. Ничем не могу помочь. Ее сын волнуется. Я боюсь асфиксии! Что происходит? Мне жаль людей. Ирену очень жаль. Бедный Алкон. Но если нас услышат, меня убьют. Говори, или я начну резать! Я же сказала, что не знаю! Мой лазутчик недалеко отсюда. Но будь настороже, тебе готовят засаду. Ты вызвала гнев великого Дикаста! Спасибо. Не говори Посейдону! Тебе ведома жалость, Дикаст. Пламя войны людей и Ису разгорается. И лишь ты можешь его погасить. Смотритель порта права. Меня поджидает. Что ж, не стану их расследовать. Ты хорошая! Записка. Значит, Рену похитил этот Ксарий. Нужно его найти.
Силы не вечны.
Боги, я горю!
Слишком много стражи для обычного рудника. Любопытно. Опасное место. Надо же, какая честь! Как ты миновал стражу? Я разыскиваю Дамада. Что, пропавших людей теперь ищет самолично Дикаст? А кто сказал, что он пропал? Хитро, полукровка. Когда люди доставляют адамантин в лабораторию, возвращаются не все. Иногда они, так сказать, бегут с корабля, как крысы. Говори, где лаборатория? Или ты у меня подавишься своим адамантином? Насилие? Как же примитивен весь твой народ. Говори! Ладно. Она в саду Кимополей. Но ты зря тратишь время, двери заперты. Значит, я просто найду ключ. Рискни, полукровка. Ты не думал, что однажды ненависть к людям тебя погубит? Так вот, твой час пробил. Что-то мне не по себе от этой тайной лаборатории. И для чего Иису так много адамантина? Алкон, наверное, волнуется. Пора его проведать. Найду укрытие.
Каст Алексиус, ты нашел моих маму с папой? Пока нет. Но я сумел узнать, что Ису по имени Ксарий забрал их в лабораторию для каких-то опытов. Ксарий? Но ведь он добрый, помогал нам. Он приносил еду и защищал от тех, кто звал нас крысами. А ты знаешь, где его искать? Лаборатория заперта, и без него мне туда не попасть. Он часто бывает в укрепленном дворце Мнесея. Но его всегда охраняет стража. Стража не помеха. Ксарий, твоим злодеянием конец. Похоже на тот ключ, что дал мне Атлант. Возможно, этот как раз от дверей лаборатории. Thank you.
Стоит здесь оставаться. Ugh.
Идеальное место, чтобы прятать похищенных. Замок. Чем сложнее ключ, тем важнее то, что за дверью. Кто-то очень не любит незваных гостей. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Что это? Эл!
здесь? Покажись! Имя мне Аид. Я ушел. А те, кого ты видишь вокруг, мои детища. Ты создал их? Циклопов, Минотавра, Великий Ужас, Чудовищ! Все мы чудовища. Несовершенство, жаждущих стать чем-то большим, чем мы есть. Не потому ли ты здесь? Я здесь потому, что ребенок остался без родителей, и следы ведут к тебе. Это так по-человечески. Амат! Рена! Где вы? Здесь, здесь! Мы здесь! Спаси нас! Дикаст, ты здесь? Лира? Что ты тут делаешь? Они пришли за мной ночью. От них не скрыться. Не бойтесь, скоро мы выберемся отсюда. Разве тебя не учили, что лгать дурно? Что? Дурно похищать людей и ставить на них опыты. Жертвы прокладывают дорогу прогрессу. Опыты прокладывают дорогу совершенству. Ты идешь против Посейдона. Я развиваю науку ради блага Атлантиды. Слепота Посейдона и нас держит во тьме. Но мы прозреем совсем скоро. Великие умы всегда избегают насилия. А кто же чуть не разгромил Элизий в поисках знания? Отпусти людей! Ты опоздал. Пойми, проект Олимп уже стартовал. Одна из них сбежала до завершения трансформации, и были жертвы. Больше их не будет. Надеюсь, ты понимаешь? Значит, ты видел ее мощь. Они уйдут вместе со мной. А ты не хочешь знать, что там за дверью? Хватит с меня твоих игр. Я увожу людей отсюда.
Так значит, примитивная мораль для тебя важнее прогресса? Может, я просто убью тебя, освобожу людей и вышибу дверь? Ты не сможешь, Алексиус. Помочь тебе выбрать? Знай же, что за этой дверью величайшие достижения Атлантиды, которым, кстати, мы обязаны тебе. Да о чем ты говоришь? За этой дверью путь к бессмертию. Твоему, нашему. Забудь о людях и прими свое наследие. Отринь их мораль, и все ответы будут ждать тебя по ту сторону двери. Нет! Спаси нас от смерти! Это не просто смерть! Неужели тебе не интересно, зачем ты здесь? Спасешь этих крыс, и дверь закроется для тебя навсегда. Переступишь порог, и они останутся в моей власти. Назад пути не будет. Что ты выберешь, Декаст? Их жизнь или свою судьбу? Плевать на дверь. Я обещал мальчику вернуть его родителей, и я сдержу свое слово. О, какая жалость. Что ж, ступай. Уж чего в Атлантиде имеется в избытке, так это адамантина и людей. Скорей, уходим отсюда. Спасибо, Декаст. Я снова увижу Алкона. Быстрее. Как нам тебя отблагодарить? Скажите сыну, если Ису еще раз назовут его крысой, Декаст Алексиус преподаст им урок. Посейдон солгал мне. Все это время на людях ставили опыты.
Thank you.